Смотри, какие тёлочки зачетные. Не надо, Андрей! Премьера на канале «Россия». Он умер в реанимации, не приходил в сознание. Ты ни в чем не виноват. Можешь на меня рассчитывать. Твоя беда, моя беда. Налицо пьяная драка со смертельным исходом. Ты или договоришься, или Андрей сядет. Скоро тебя вызовут в полицию. Только скажи, что у Акимова в руке был нож. Это ведь неправда. Вы несете ответственность за ложный донос. Это «Частная жизнь» с 6 сентября в 21:20 на канале «Россия».